Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим слуховой динамик на iPhone 5. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Откручиваем первый. И откручиваем второй. Теперь нам необходимо отсоединить дисплейный модуль от корпуса. Для этого берем металлическую лопатку и отсоединяем модуль с нижней частью корпуса. Отщелкиваем. Теперь необходимо открутить металлическую пластину. Там три винтика. Открутили первый. Второй. И третий. Теперь необходимо снять металлическую пластину. Отщелкиваем три шлейфа от печатной платы. Первый, второй, третий. С дисплейного модуля необходимо открутить слуховой динамик. Откручиваем. Убираем металлическую пластину. Вынимаем неисправный динамик. Устанавливаем новый слуховой динамик. Теперь необходимо прикрутить на два винтика. Прикручиваем первый. И второй. Прикрутили. Теперь необходимо установить дисплейный модуль в аппарат. Подключаем три шлейфа. Устанавливаем металлическую пластину. Прикручиваем на три винтика. Первый. Второй и третий. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль и закрутить два нижних винтика. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.